Добрый вечер. В эфире «Вести», Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. В Карачаево-Черкесии ввели экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию в пилотном режиме в крупных муниципалитетах республики с высоким уровнем заболеваемости. В Карачаевске прошло межведомственное совещание по вопросу подготовки к зимнему туристическому сезону. Цель встречи – выработка мер безопасности. С начала года региональный материнский капитал получили 400 многодетных семей Карачаево-Черкесии. Выплата производится после достижения ребенком возраста 3 лет. Их связывает не только тесное сотрудничество двух структур, относящихся к Росгвардии, но и дружба, закрепленная годами службы. В Карачаево-Черкесию поступила первая партия экспресс-тестов. Применение новых систем тестирования позволит увеличить объемы исследований на коронавирусную инфекцию. Для работы с экспресс-тестами в регионе уже подготовлены лаборатории, а оперативная выдача результатов, в свою очередь, позволит приступить к терапии ковидных пациентов на самых ранних этапах заболевания. Ахмат Халкечев подробнее. Это те же ПЦР-тесты, говорит исполняющий обязанности главного врача Республиканской клинической больницы Фатима Салпагарова. Забор материала производится так же, как и ранее, из носа и ротоглотки. Также соблюдаются условия хранения, транспортировки и доставка в лабораторию забранного биологического материала. Главным отличием новых экспресс-тестов является то, что в разы сокращается время лабораторного исследования. Это позволит не только увеличить количество проводимых исследований, но что самое главное и самое важное, это ускорить выдачу результатов в целях наиболее раннего начала терапии ковидных пациентов. Потому что чем раньше начато лечение, тем меньше вероятность госпитализации пациента и тем меньше вероятность развития тяжелых осложнений. На уровне лаборатории из времени исследования выпадает период так называемого выделения возбудителя. За счет этого и сокращается проведение процедуры почти в два раза. Если раньше уходило до 3 часов времени на исследование, то теперь потребуется чуть больше часа. Соответственно, увеличивается возможность лаборатории по количеству проведенных исследований. Для диагностики такой серьезной инфекции, как COVID-19, очень важны точность и высокая специфичность данного выполнения анализа. ПЦР-метод – это высокоточный метод лабораторной диагностики, молекулярной генетической диагностики для выявления различных инфекционных и молекулярно-генетических заболеваний. Вот уже отработали практически сейчас, полдня прошло, уже 500 анализов уже готовы. Если бы другими тестами, которые мы раньше работали, соответственно, мы не смогли. Обычными тестами у нас где-то около 350-400, она больше, просто физически невозможно было этого выполнять. Потому что там на выделение уходит очень много времени. Экспресс-тестирование пока введено в наиболее крупных муниципалитетах с высоким уровнем заболеваемости. Это Черкесск, Ужгутинский, Карачаевский, Зеленчукский и Малокарачаевские районы. Но, по словам медиков, лучше вакцинироваться и не болеть. Не надо ждать чего-то, испытывать судьбу. Вот сегодня, сейчас надо идти вакцинироваться. Если сегодня, сейчас нет противопоказаний, надо сегодня, сейчас идти. Если сегодня есть какие-то противопоказания, значит, надо выждать тот период, который необходим для возможности вакцинации, и сразу, не откладывая ни на один день, ни на один час, идти вакцинироваться. Ахмат Халкечев, Роберт Жигутанов, «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 29 424 человека. Из них 25 378 выздоровели, 644 человека госпитализированы. По инициативе Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии в Карачаевске прошло межведомственное совещание по вопросу подготовки к зимнему туристическому сезону. В нем приняли участие представители органов муниципальной власти, силовых структур и соответствующих министерств и ведомств. Стороны обсудили проблемы взаимодействия правоохранительных и государственных органов республики, нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере туризма, провели анализ происшествий и несчастных случаев. Подробности расскажет Мурат Джанкезов.
Горнолыжный туризм в Карачаево-Черкесии становится все более популярным. В новом туристическом сезоне ожидается наплыв тысяч и тысяч туристов. Поводом для межведомственного совещания послужили несчастные случаи, произошедшие за последнее время на курортах республики. По инициативе естественного управления сегодня проводится межведомственное совещание с целью предотвращения подобных несчастных случаев с участием туристов, местных жителей. И будут открытый диалог с целью выработки профилактических мер, с целью недопущения подобных несчастных случаев, с целью избежания возможных людских жертв. Вот, и упорядочение туристической деятельности на территории нашего региона. Проблема обеспечения безопасности на горнолыжных курортах многогранна. В горах всегда присутствуют элементы случайности, но свести ее к минимуму вполне возможно. Для решения этой задачи требуется создание комплексной системы безопасности. Негативные показатели в следственном управлении в ходе процессуальных проверок и расследования уголовных дел детально проанализированы. Мы понимаем, что по-прежнему отсутствует нормативно-правовое регулирование классификации туристических маршрутов, и в том числе по уровням сложности. Кроме этого, есть вопросы по ведению реестра туристско-рекреационного комплекса. Регистрируются не все отдыхающие, есть вопросы взаимодействия с противолавинной службой. Серьезную тревогу вызывает то обстоятельство, что фактически сложившихся в республике условиях горного туризма на настоящее время сохраняется множество опасностей, продиктованных как самими природными явлениями, тоже поднятие уровня рек, селевые потоки, камнепады, лавины и тому подобное, так и связанные с недостатками организации безопасности туристов, местных жителей и работников объектов туристической инфраструктуры. С докладами выступили представители МЧС, МВД, Министерства здравоохранения, Министерства туризма и курортов о достаточности сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий при возникновении ЧС, порядка оповещения населения о неблагоприятных погодных условиях и проблемах взаимодействия государственных, правоохранительных и муниципальных органов власти. По окончании совещания заместитель руководителя следственного управления указал на недостатки, выявленные в ходе совещания, отметил замечания. Все озвученные замечания обсуждены в ходе совещания и внесены предложения по решению всех вопросов. По итогам совещания приняты решения, в которых отражены меры, направленные на повышение эффективности при организации безопасного пребывания туристов на курортах республики. Мурат Шанхёзов, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5, в горах до 5 градусов мороза, а днем 10-15 выше нуля и местами до плюс 9. В Черкеске без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-3, днем 13-15 градусов тепла. Огромный выбор меховых новинок, скидки до 50% и другие выгодные предложения. Это где? Все это на выставке «Меховые традиции». 25 ноября. Карачаевск. Дворец спорта «Олимп». 26 и 27 ноября. Черкесск. ЦРП. Продолжаем выпуск. За 10 месяцев текущего года 400 семей Карачаево-Черкесии, имеющие 4 и более детей, получили финансовую поддержку и единовременную выплату республиканского материнского капитала в размере 105 500 рублей. Для назначения регионального материнского капитала необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства и предоставить заявление с полным пакетом документов до исполнения ребенку 3 лет. Напомним, капитал предоставляется за счет средств республиканского бюджета и выплачивается по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Какую бы профессию ни выбрал гражданин, главное, чтобы он не забывал проявлять человечность. Это относится и к строгим стражам порядка, которые могут демонстрировать широту
своей души. Обычно добрые дела они совершают тихо, избегая гласности. Фатиме Дауровой удалось чуть приоткрыть эту завесу и познакомиться с двумя стражами правопорядка, которые внесли в свой ежедневник графу «Помощь людям». В гости к своему сослуживцу, коллеге и другу ветеран войск правопорядка Исмаил Кубанов ходит часто. Их связывает не только тесное сотрудничество двух структур, относящихся к Росгвардии, но и дружба, закрепленная годами службы. Здесь это 1993 год, как раз таки в Карачаевске проходим первоначальную подготовку. Здесь же вот ветеран правопорядка Кубанов Исмаил. Здесь же ваш покорный слуга. Мы в 92-м году с вами устроились на работу. В 93-м мы прошли первоначальную подготовку. В следующем году у нас будет юбилей. 30 лет службы. Надо отметить. Конечно. Сейчас Исмаил Кубанов возглавляет совет ветеранов войск правопорядка по Карачаевскому району. А полковник полиции Кирим Богатырев является начальником отдела вневедомственной охраны в Карачаевске. Поводом для сегодняшнего визита старого друга стало особенное событие. От имени совета ветеранов войск правопорядка по Карачаево-Черкесской республике за содействие и помощь ветеранскому организацию войск правопорядка, также в связи с празднованием Дня вневедомственной охраны, награждается полковник полиции Богатырев Кирим Вениаминович медалью за службу России. Эта награда отличается от других, которыми полковник полиции был удостоен ранее за годы службы. Она стала воплощением совместных добрых дел, адресованных нуждающимся людям, сироткам в детдомах, пожилым людям, находящимся на попечении государства. Вы знаете, она вызывает для меня определенную гордость. Тем более, получая от рук председателя Совета ветеранов города Карачаевска. Я хочу выразить еще особую благодарность председателю ветеранов Росгвардии КЧР Кузнецову. Огромное спасибо. Признателен. Буду делать все, чтобы быть достойным этой награды. Погоны, шевроны, знаки отличия. Каждая деталь – это определенный этап жизни и службы полковника. Какие погоны достались самые тяжелые для вас были? Я считаю, что самым тяжелым все-таки были лейтенантские погоны. А почему? Уверен, что мечта любого солдата – стать офицером. Поэтому, будучи солдатом, как и все, я тоже мечтал быть офицером. И моя мечта сбылась. И поэтому вот эти лейтенантские погоны, видите, советским гербом, берегу. Они близки мне к сердцу. Берегу, как зеницу ока. Как зеницу ока, Кирим Богатырев по роду службу бережет и спокойствие граждан. Возглавляя отдел вневедомственной охраны, он всегда стоит на страже правопорядка и охраны. Фатима Дорова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Стенограмма судьбы».